всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Тубро, Енотка, как всегда, отличное настроение, пацанчики, скажите привет. 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 У нас картов на всем, аниматроники пугают охранника, Бульбазаврус будет аниматроником, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, отлично, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и поднимаем людям настроение. Так, пошел отсюда, щенок. Ты не можешь пройти? Отлично. А, тут не закрывается. Или закрывается? Слышь, как его выгнать? Уходи. А вот тут закрывается, да? О, тут закрывается. Значит, и тут закрывается. А, нет, тут не закрывается. Опа, музычка пошла. Ха-ха, мне нравится. Классная у нас. Так, проходим сюда. Ой, спалил, пацаны, бегите, глупцы. Ты такую музычку? Так, закрывай. Отлично. Такс. Смотри сюда, внимательно. Он когда берет другой аниматроник, у меня подгружается. У вас тоже есть такое? Опа. Вы слышите? Это Скраб Бэйби. Опа, пошел, пошел. Пацаны, ну что ж вы такие неаккуратные? Как я. Так, где наша монтировка? Фримена. Ого, она у тебя большая. Мне всегда казалось, что меньше. Или сделали такую здоровую. Так. Отлично. Он взял другого аниматроника. Ожидайте. Ожидайте. А где он идет? Он поломался. Эй, слышишь, калитку закрой. Ты как что двери клацаешь? Он двери может открывать? Да, тут баг есть. Не надо использовать этот баг. Это нечестно, ты не аниматроник. Ой, аниматроник. Мы же РПшим. Я мыслями просто... Да какие мысли? Какие... О, у тебя голова торчит. А ну нажми контру. А, ладно. Да, пацан. Нормальный скример пойдет. Мне нравится. Так, он, наверное, не спадет. Надо убирать его. Чпоникс. Отлично, пацаны, продолжаем. Минус уши, это точно. Поэтому Гарри Смот сюда делаю тише. Внимательно, смотрите. Почему? Фонарик. Он готовится нападать. Внимательно, внимательно. Давайте закроем дверь, а эти откроем. А, слышите? Слышь, ты чё под стол залез? Ты типа боишься, что ли? Да. Эй, ты чё тут ходишь? Нифига себе, кого вообще-то хочет немного. Он был в вентиляции, его видел. Слышите? Странный аниматроник приполз к нам сюда. Жвачку? Отлично. Это как Golden Freddy, только Бонни приходит, надо выйти вовремя с офиса. О, прощай, прощай. Внимательно, пацаны, слушай. Ну как ты заходишь, вот как? Там же калитка закрыта. Е? Ну это ворота, бабушкина калитка. Так, я тут подожду. Чё он делает? Ты что такой жесткий, а? Эй! Ты не успеешь... Да ну как ты можешь успеть, если ты не успеваешь? Это разве РП? Ладно, ладно, буду РП. Да, ребята, напишите в комментариях, как вам Бульбазавр отыгрывает РП. Плюс, если классно, минус, если кончено. Угадай, какие комментарии большинство будет присутствовать. Слышь, ну что ты такой читерский? Дай ему по башке. Вот ты нормальный? Да. Зачем ты нарушаешь правила, как я? Я ж люблю только нарушать. Так, и наша монтировка. Пацаны, давайте. Открывайте двери, то жарко очень. Пацаны, давайте его обломаем. Все за мной. Все за мной. Во-во-во, давай.
А мы убежали. Вы вентиляции, что ли? Нет. Нет. Мы через другую дверь зашли и на кухне сейчас сидим. А, да, вроде. Нет. Мы тебе честно врём? Нет. Ты идёшь? Идёшь, да, отлично. А чё такое всё? Кухня большая такая. А чё так делаешь? Странно, ладно. Так, я тоже так могу. Мне колесико лучше. Угу. О, как быстро. Прямо. Да вы делись. Ты жопа! Отвали, ты летаешь! Ты не имеешь права летать! Ты зачем летаешь? У них новые способности. Я у тебя соберу суперадминку, и твоя способность будет ползать по земле. И гравитацию сделаю на все, чтобы ты только ползать не мог. Не-не-не-не-не, так не делай больше. Слышь, это что, вы так будем полролика идти? Странно, ой. Слышь, мы вернулись назад. Где? Ой. Во сне тут. Чё за конченый звук ты издаёшь? Вот скажи. Это сломанные эти... Привет, мы прилезли назад. Сделали путешествие кругосветно. Слышь, балунбой вонючий, ушел. Да нет. Иди руки помой. Иди руки в говне каком-то. Помоешь руки, приходи. Так. Не, это не рорка. Это балунбой кошмарный. Давайте посмотрим, эту дверь можно удалить? Вот, блин. О, Д, Димас. Прикольно, мне нравится. Ой, я тебя вижу, ты палевный очень. Пацаны, пацаны, пацаны. Вот ты молодец. Блин, ну не до конца. Так, не пропадает скример. Очень странно. Так, заходим. Ты чё такой жужжащий? Давайте закроем здесь. О, блин, а, это скример. Слышь, прекращай, говно. Блин, ладно, хотел тебе кое-что улететь. Сделать плохое. Так, оружие. Слышь, прекращай. Ты наглец, так нельзя делать. Он может сам летать. Вот, смотри, где он. Где он? Так, внимательно. Алло, Фить, отвали. Что, пригвоздил своего? Блин, чувак, это обстоятельства. Это кто? А, енотка, извини. Исчез. То, что ты исчез, я тебя буду сжечь. А что ж ты хотел? Я буду защищать нашу пиццерию до конца. На тебе. Огненная стена. Двойная огненная стена. Типа, я сейчас через нее пройду, как палец. Какой палец? Об асфальт? А. Ну вот теперь постой немножечко, подумай. Над своим поведением. Над своим? Ну а какие у тебя поведения еще могут быть? Слышь? Ты поменял аниматроника пригвожденным. Да. Это очень законно, да? Я представляю, сколько минусов наставят? Ой, господи. Это даже специально подговариваю людей. Не, реально, оцените по-честному. Если будет очень много минусов, все, больше он не будет отыгрывать роль аниматроника никогда. Так, 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 подождите. У нас еще есть оружка сейчас. У нас... Ты что за пистолеты модные? Слышь, у тебя жизни много. Вот дерьмо. Ой-ой-ой. Много отнимает эта оружка? Знаю. И что теперь? Ты замороженный.
убить. Да. Вроде хороший человек. Убили. А получается, совместными усилиями мы тебя замочили. И я говорю, потому что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.